размер рам беру 1,48 м. 1,48 м. И вместе так 2,14. Теперь 2,14 беру весь общий размер и замеряю. Вот, вот такой у меня размер общий. А у меня было 2,14. То есть 6-8 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сантиметров. Делим пополам, будет 4. То есть 4 сантиметра. Вот что мы теперь делаем. Подключаем. Берем бур, шестерку, длинная шестерка, вот возьмем. Хвостовик, видите, чистый. Постоянно укладываю, чтобы хвостовик был чистый. Обязательно тряпка нужна. То есть не лениться. И всегда будет чисто. Обмазал. И теперь смотрим вот эту балконную дверь. То есть нам нужно будет установить где-то приблизительно на... Ну, скажем, на, как, на 30 сантиметров, да? И на 190. То есть берем приблизительно 3 сантиметра. 3 сантиметра, потому что раму нужно упирать вот в это место. Тридцать. 190 некрасиво получилось. Ну, сделаем, значит, вот здесь. Тут не важно. Делаем здесь. Так, молоток надо взять. Эта рейка нам уже не нужна. Берем размер 4 сантиметра. Закручиваем.
Так, у меня где-то отвертки. Четыре. Все. Отвесом нахожу вертикаль. Все, вертикаль нашел. Вертикаль нашел. Теперь для этих дверей нужно сделать упор. Упор. Так, 12. Тоже 12. То есть тут упор можно сделать в любом месте. Но по оси, ну приблизительно вот здесь вот можно взять спокойно. Также нужно сделать для пластикового окна. То есть здесь сделать, здесь упор сделать и здесь. То есть окно у нас, вот эта вот рама будет открываться вот с этой стороны. Не с той стороны, а с этой стороны. То есть эта рама будет устанавливаться вот таким вот образом. Вот так пойдет. 75 и 1,40 м. 75 и 1,40 м. Карандаш. Семьдесят пять и 1,40 м. Вот она ось идет, вот она.